На незвычайную святочную программу детей запросили и у Центра инклюзивной культуры. Организаторы пропоновали маленьким гостям принять удел у займальным квесте с цікавыми головоломками. В основе сюжета добровядомая история Шчаўкунчыка, якого зачаровал мышыны король. Каб дапамагчы герою зноў ператварыцца у прынца, дети поделились на команды и отправились выконывать розные задания. У кожной из шасти локаций их сустракал новый герой казки с пропановой выпробовать себе на хуткость, логику и кемлевость. Перемога была у той команды, якая хутчэй за всех выконала задание. У конца программы сюрпризы и подарунки от Деда Мороза достались всем. Мы на квестах уже, скажем так, специализируемся, поскольку это не первая наша пробная такая партия, заход для детей детских садов, школ. До 12 лет мы рассчитали квест, чтобы было интересно, от 6 до 12 детям. Они бегают по локациям с персонажами анимированными, которые костюмированы, конечно. Как видите, каждая локация, она как фотозона, а обустроена не только игровым моментом, да, обучающим моментом, да, но и таким территориальным представлением небольшим, поскольку каждый герой из мультфильма «Щелкунчик» у нас присутствует на локации. Здравствуйте, друзья! Подобный квест различены и на детей с порушениями слыху. Усяго у гульни могут принять удел до 100 человек. Займально провести час и окунуться в атмосферу казки так само можно будет 25 снежня. Такая форма работы с детьми користается великой популярностью, тому организаторы уверены, что и в наступном году протягнуть проводить подобные тематичные квесты.